Я уже почти неделю валяюсь в кровати с температурой 38-39. И я не знаю, как мне вылечиться, я уже перепил все антибиотики, все таблетки. Но вот буквально 10 минут назад мне вспомнились мудрые слова моей бабульки. Она мне говорила: «Эдичка, чтоб выздороветь, тебе нужно хорошенько пропотеть». И вот я понял, а какой лучший способ пропотеть? Наверное, пройти самую сложную карту в Майнкрафте. И тогда ты так пропотеешь, что температура сразу же пропадет. Хорошая идея. А что насчет карты «Нечестный Майнкрафт»? Мне кажется, я сразу же выздоровею, как только ее пройду. Давайте попробуем вместе с вами. Ну что, Евген, сегодня... Ой. Что сделал сразу изначально это? Блин, там что-то есть внутри. А как ты его пере... Ты понимаешь, нам наверх нужно было туда запрыгнуть! А чё сейчас? Всё? Ты всё поломал? Я тебя затроллил. Вот видишь, опять ты затроллил. Меня опять... Так, вот смотри! Алло, подожди меня. А чё ты сделал? Что-то мы с тобой поломали. Короче, Жека, дай... Я объясню то, что... Я болею, и мне нужно пропотеть на этой проклятой карте. Мне нужно просто, знаешь, чтобы все нервы через пот у меня вышли с этой картой. И вот тогда у меня температуры больше не будет. Ну хорошо, давай я тогда буду тебя раздражать. И меня карта меня будет раздражать больше, чем ты, поэтому не переживай. Второй раз она уже нас убивает, да? Ну хорошо, проверим. А если я сделаю вот так вот? Не, ну так специально так тоже не нужно делать. Ты думаешь, а может не надо? Опа! Нифига, как ты это сделал? Я не знаю, я случайно это сделал. Так, короче, Жека, смотри. Все очень просто, понимаешь, берем такие, опа, нет, не получилось. Нет. Подожди. Твою мать! Так. Давай. Так, хорошо. Смотри, если ты не напрыгнешь, не беги вперед. В смысле? Ну ты, типа там ты не умираешь, ты можешь опять ко мне телепортироваться. В смысле? Это что сейчас было? Тебя сожрали. Ты понимаешь, что я ненавижу эти карты майнкрафтовские, вот эти... Да как? Тебя убило, понимаешь? Давай, я убил. Так, подожди. Сейчас мы должны пройти эту карту. Должны прям ее пройти. Опа. Опа. Хорошо. Дальше. Давай я попробую прыгнуть. Давай, прыгай. В смысле, я допрыгнул. Не понял. Матушку. Ну я встал. Давайте, толкай. Так, у меня в чате подсказка. Застрял? Нажми сюда. Чё, мне не нравится эта подсказка. Ну хорошо. Ага, да. Нажми сюда. Так, давай еще раз сюда. Я не понимаю. Опа! В смысле? Подожди. Ну блин. Так. Что творишь? Подожди. Ты там, ты смотри, не умри. Просто ради эксперимента. Так, что там? А что там открылось? Подожди! Там что-то открылось! Вернись обратно! Куда? Как это? Я не хочу туда проходить, потому что там что-то открылось. Давай обратно вот так вернемся. Ты не слышал, там что-то открылось сзади? Я слышал пик. Вот именно. А ты уверен, что это что-то сзади открылось? Почему именно сзади? Потому что... Ты стал на красный блок. Я ничего не стал, я сейчас не зря ли вставал, я стоял, ждал, пока ты допрыгаешь. Опа, молодец, давай, иди. Ты типа спрыгивай, да? Да, иди, нажми на вот тот синий блок и вернись обратно, я пока посмотрю, что там изменится. Хорошо, я проверю. Только медленно, пожалуйста, медленно, Жека. Я максимально медленно. Так, нажимай на синий, вставай на синий блок. А может просто дальше пройти? Да, изменился, блок изменился, значит, нам сейчас нужно обратно вернуться. Давай сюда. Я телепортировался к тебе? Не, обратно также возвращайся. А зачем? Почему не... Ладно. Потому что нужно сейчас на паркур забраться, как ты заберешься на паркур? Если ты ко мне тыпешься. Блок изменился. Тот блок, наверное, убивает нас, он изменился на тот, который не убивает. Поэтому мы сейчас можем пройти. Запрыгивай на вот этот блок, главное на... Красный. Я не вставал, ты видел, я не вставал. Ты встал.
на розовенький. Да-да-да-да-да-да-да. Так. Смотри, вот сейчас дальше не иди, вот отсюда прям прыгай. Да. Опа. Опа, что творит? Что творит? Что творит? Давай, давай, давай. У тебя стрела в сердце, ты смотри. Так, ага. Ага. Мне кажется, эти сундуки они плохие. Ключ. Я взял какой-то ключ. А там? А там ничего нет. Или есть? Есть? Нет. Так, хорошо. Прекрасно. Опа. Зачем я спрыгнул? Телепортируйся, телепортируйся, телепортируйся. Фух, так, все, живы, 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 живы. Смотри, пока можно дальше туда, вот туда? Давай. Ой. Не получилось. Подожди, подожди, подожди. А, да, не толкайся. Сори, сори. Давай, 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 прыгай. Тебя толкнуть или ты сам? Так, нормально. Так. А может ты сразу туда перепрыгнешь? Так. А, подожди, а что тут? А зачем у меня, зачем ключ? Не знаю, может там что-то... Что там написано? Юзлис Баттон. Это троллинг, мне кажется, это... Так, хорошо, хорошо. ТП. Давай обратно ТП сделаем. В смысле, почему? А почему ты кнопку не хочешь нажать? Потому что она бесполезная, бесполезная кнопка. Бесполезная. А в чем прикол? Ты видишь эту лаву? Ну. Че ты думаешь? Зачем она там? Мне кажется, она не просто там поставлена. Ладно. Бесполезная кнопка. А, реально бесполезная. Она ничего не делает, бесполезная кнопка! Подожди, ну может она что-то все-таки делает, ну короче. Там ничего нет. Подуй, подуй, подуй на меня, подуй! Сужись! А как туда перепрыгнуть? Я не знаю. Зачем ты спрыгнул? Я случайно хотел допрыгнуть до туда. Ядрить, колотить! Подожди, а может как-то все-таки можно вот так вот? Нет, никак нельзя! Да все это заново надо проходить! Ладно. Ладно, тогда пока. А, ну вот для чего это лава, видите? А, ну да, да. Все продумано, да. Так, давай, давай, давай. Опа, 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 опа! Так, молодцы, 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 молодцы. Стой, 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 стой. А зачем нам туда? Да подожди. Мы, может, не в ту сторону просто прыгали, понимаешь? Мы же сюда не прыгали. Вот смотри, вот смотри. Мне сейчас кажется, будет магия. Вот допрыгни на него, давай прыгни. А не можешь, а вот я отсюда... Тоже не можешь. Так. Это жестко, это было жестко. Подожди, что это? Мы летаем. Нет! 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 Мне нужно было его... Твою мать! Нет! Я полетел, я улетаю. Прикольно. Неплохо получилось, так неплохо. О, у меня температура опять поднимается с этой карты проклятой. Вот, вот, вот сейчас я разблокировал его. Смотри, 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 видишь? Теперь тебе типа нужно как-то подлететь. Да, да, да. А ну отойди, 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 Жека. Давай, 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 давай. Опа! Незер, телепорту альтернатив, альтернатив. Чего? Телепорту Незер, клик хир. Что, дата, дата один, ну ты change auto, ну ты. А что, почему, а что, а где я? А где ты? А я теле... У меня какая-то ошибка, дата так, didn't change auto, что-то там... Да, у меня... А ну ты поехнись. Ой. Нас телепортировало в альтернативную реальность, Жека! Нифига себе! Паркур. Аж сопельки потекли. Так. Паркур, пау! Воу, 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 воу! Скэри паркур, нифига себе, это просто, это прям... Подожди, это как так? Это прям скэри, кэри, кэри, пэри. А ну давай, давай! Подожди, ты... А, ай, ай, в смысле? Жека, не умирай! Это было страшно. Подожди, давай, давай. Мы справимся. Опа! Запрыгнул, видишь, какой молодец! Давай, я запрыгивай знаю. Дальше, запрыгивай дальше. А тут ничего не видно. Вот сюда, да, на вот этот запрыгивай. И сейчас наверх запрыгивай, вот туда. Так, подожди, меня притянуло вот сюда. Притянуло? В смысле притянуло? Это как притянуло? Ну я не знаю, я почувствовал, что меня как будто притянуло. Ой, зашибись. Зашибись. Ну смотри, ай! Сейчас я случайно в лаву упал. Проклятая лава. Давай, давай, давай. Тут в принципе просто, давай. Да что-то ничего не просто, в принципе. Опа. Так, давай, запрыгивай, запрыгивай. Да твою мать, и дальше сложно. Опа. Давай, опа. Давай. Да там спрыгнуть не можешь. Опа, опа. Опа. Так, подожди, тут сложно. Давай. Сейчас так туда наверх прыгну. Не-не-не-не-не, в другую сторону! Вот туда, да. Вот сюда? Да-да-да-да-да. Уверен? Да, уверен. Точно? А если да. Сейчас... Ну ладно.
Ты не прыгнул. Я знаю. Сейчас это получится, сейчас это получится. Да твою мать! Ты опять не прыгнул. Бля, а что ты стоишь, я не понял? Ты что это? Я больной человек. Это не оправдание. Душевно больной. Да твою... И душевно тоже больной. Давай! Вперед! Вперед, ты справишься, ты справишься! Ты справишься! Начинать бомбить, я сейчас сломаю нахрен клавиатуру. Ой. Да твою мать, он не прыгает! Вперед, Жека! Тут блок, понимаешь, блок сверху, я не могу прыгать, все. Понимаешь, кранты, я даже прыгать не могу. Ты уверен? Ну, блин, ну ты вот сюда прыгни, вот на вот этот прыгни, на вот этот прыгни. Какой? Вот этот. Вот ты этот. Понимаешь, я прыгать не могу. А вот тут могу, стоп. А вот тут не могу. Вот, прыгни вот на вот этот. Вообще, тут короче, жестко. Подожди, а где я мог прыгать? Вот тут на углу. Да. Вот, молодец. Сейчас запрыгивай наверх. Сейчас я к тебе, ты поехал? Подожди, аккуратненько. Аккуратненько. Вот. Вот. Ага, и что дальше? А, вот сейчас в эту сторону. Вот, прыгай. Вот туда запрыгивай. Запрыгивай. Молодец. И что дальше? Так, сейчас обратно, я не знаю, подожди. Давайте подтолкну, давай. А, вот я сам. Так, стой! Давай, мы справимся! Вот смотри, видишь, мы правильно, думаю, так, направлении. Твою мать! Ну ты деби, конечно, ну ты деби! Все заново! Ну ладно, давай все заново. Эдисон, ты издеваешься? Давай все заново, хорошо. Все 20 минут, которые мы только что проходили. Ну да, давай все заново, да. Побежали. У тебя почти получилось. Не-не-не, все, у меня температуры нет, я уже слишком пропотел на... На этой карте. Все нормально. Если вы хотите продолжение, если вы хотите, чтобы вы наконец-то прошли проклятую карту, мать вашу, кто ее создал, ставьте, пожалуйста, лайкусики на этот ролик. Если мы наберем много лайков, я обещаю, то сразу же выйдет продолжение. Просто обещаю. Обещаю тут. Меня кто спросил, хочу ли я тут мучиться еще. Ну ты понимаешь, это во имя всего, во имя здоровья. Я пропотел, все, мне уже. Во имя здоровья нахрен взорву эту карту. Да, ну ты взрывай, но она вернется, ага. Видишь? Она не взрывается. Она не взрывается. Ставьте лайки! И будет продолжение, я обещаю. Че? А, ну типа говоришь, что никто не. Короче, проклятая реально демоническая какая-то карта. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и... Пойдем убивать дракона. Всем пока.